Ребята, это Volkswagen Polo с двигателем 1.4. Здесь уже установлен даунпайп. Здесь мы добиваемся такого яркого, очень сочного звука. И действительно, уже открою секрет, он получился довольно-таки громким. Внимание обеспечено. Блять, люди на остановках будут пугаться. Хорошо. Нет, в спокойном режиме, кстати, вообще нормально. Да, не напрягает. Да, особо не напрягает. Здесь установлен резонатор и добавлен еще резонатор Гельмгольца. Это означает, что все остальное это просто прямая труба, просто трасса на прямой трубе. Собственно, звук провокационный. Оцените лайком или дизлайком и обязательно напишите в комментариях, как вам. Двигатель 1.4 турбо. Здесь мы также предусмотрели возможность того, чтобы прошить Stage 1 и Stage 1 Plus, потому что машина на штатной банке и на штатном резонаторе, она не будет давать того результата в лошадиных силах, как если бы мы убрали бы банк. Ну, собственно, мы это и сделали. Посмотрим обязательно через неделю-другую, спросим у владельца, как ему удалось ли раскочегарить под 170 лошадей, а может быть даже и больше. Ну и, собственно, погнали слушать звук. А то я с вами тут заболтался, а работы еще... Да. Ху! Вот столько. Как звук? Нормально, огонь! Ну, честно, не ожидал, что такой звук будет. Вообще не ожидал. Никакой попкорн не нужен. Да, резонатор творит чудеса. Я думаю, что он рад.